Точно я не герой, что случилось со мной? Вот затишье и нужно срываться. Пули над головой, в землю вжат рядовой. Не ради того, чтобы погибать, а ради того, чтобы жить. Главный посыл музыкального клипа «Я не герой». Патриотический клип в поддержку солдат СВО сняли в Барнауле и впервые в рамках закрытого показа представили на суд зрителю. Неспокойно теперь, враг не спит, стоит нам отвернуться. Автором проекта выступил Центр подготовки «Рокот Барнаул», который обучает навыкам военного дела и первой помощи. Выпускник курсов с позывным «Астр» написал стихи, а музыкант Юрий Жданов положил на слова музыку. Так и родилась песня «Я не герой». На эту композицию сняли патриотический клип. Съемки клипа проходили очень, нелегко, можно сказать, потому что я больше, наверное, переживал за ребят, которые у нас снимались. Они, ладно, мы с камерами, там, да, с планшетками для сценария. Ребята были во всем обмундировании, в жилетах, там по 20, по 30 килограмм, если не ошибаюсь, каждый вес носили. И они, это была жара, и они это все таскали, они бегали, они прыгали, они перебирались вброд через воду. И я скажу, что это было нелегко. Но мы справились. Часть съемок прошла на учебном полигоне, а курсанты и инструкторы центра попробовали себя в роли актеров. Главный посыл клипа – это люди разных профессий. В гражданской жизни они могли быть строителями, в зоне СВО стали шикарными профессиональными медиками. Юристы, кузнецы, фельдшеры скорой помощи – они все меняют привычный уклад жизни и отправляются в зону проведения СВО, несмотря ни на что, защищать нашу Родину. Закрытый показ посетили представители общественности, деятели культуры и просто неравнодушные. Каждому есть что сказать. Мне клип очень понравился. Я считаю, что в нынешнее время он очень полезен и нужен. А наши подростки и дети очень непатриотичны. И в данный момент, в наше время, я считаю, что дети должны быть более патриотичными, посмотреть этот клип, они должны вдохновиться и думать, что они делают и для чего. Патриотическую видеоисторию, которая укрепляет дух и дарит надежду в тяжелые моменты жизни, широкий зритель увидит на просторах интернета в следующем году, 23 февраля, в День защитника Отечества. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.